как на этот раз решат исполнить этот удар. Чилийцы. Дальний удар. И гол! Великолепнейший удар мы сейчас с вами видели. Вот, доигрались бразильцы. Сколько уже таких штрафных было с этой точки? Да штуки три, наверное. И все-таки счет открытый за сборную Чили. Итого 2-1. Отличился Торо. Капитан команды. На нем, как я сказал, правила, по-моему, и нарушили, если я опять не перепутал.